дарит новогодние подарки. При покупке Kia Sportage выгода до 80 тысяч. Kia Cerato выгода до 50 тысяч. Покупателям Kia Ceed выгода 20 тысяч рублей. И комплект зимних шин в подарок. Мы общаемся, но виртуально. Ребята, есть джин! Это вкусно, реально! Радость, веселье, и ты не один. Возьми на праздник семечки джин. Здравствуйте, с прогнозом погоды вас знакомит Ксения Оземко. Спонсор прогноза погоды – дилерский центр Kia Technocom Invest. Kia дарит новогодние подарки. Только в декабре. Автомобили Kia на специальных условиях с выгодой до 80 тысяч рублей. Дилерский центр Kia Technocom Invest. Курган, Омская, 141. Звоните 545-100. Рубрику прогноза погоды представляют семечки джин. Возьми с собой на праздник семечки джин. А теперь о погоде. Очаг высокого давления, сформировавшийся над Уралом, в среду продолжит стоять на страже хорошей погоды в регионе. Его стараниями у нас условий для развития снеговых туч не будет. К утру опять ударят крепкие морозы. В Екатеринбурге, Тюмени и Челябинске без осадков. Температура днем -19, -22. В Кургане ночью переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Температура воздуха -28, -30. Днем в Кургане переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Температура воздуха -22, -24. Атмосферное давление будет расти. 12 декабря солнечная активность умеренная. Геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. Стиль ведущий предоставлен студией красоты Флоренция. Красина 94/4.